Муфтия Дагестана обратился к жителям республики в преддверии священного праздника Курбан-Байрам. Первый заместитель муфтии Абдулла Аджи Малаев поздравил дагестанцев с наступившим великим праздником, пожелав им принятия молитв и богослужений. Учитывая нестабильную ситуацию с пандемией коронавируса, представитель муфтията призвал продолжать учитывать все предосторожности и соблюдать рекомендации Роспотребнадзора. К сожалению, сегодня мы не можем полноценно вернуться к привычному для нас укладу жизни, так как статистика по распространению коронавирусной инфекции по республике все еще оставляет желать лучшего. В связи с этим, в целях предотвращения новых очагов пандемии, муфтият Дагестана призывает жителей региона во время проведения праздничных мероприятий соблюдать все меры предосторожности и рекомендации Роспотребнадзора, в частности при посещении мечетей и мест массового скопления, проводить необходимые гигиенические процедуры и следовать предписаниям врачей. Помимо прочего, во избежание возможного заражения коронавирусом, призываем вас не отправлять детей собирать сладости в праздник Курбан-Байрам и не устраивать пышные торжества с приглашением множества гостей до снятия всех ограничительных мер.